Доброе утро. А у нас только дождь закончился. Целую ночь шел буквально. Но все равно пасмурно. И уже более-менее мы с Витой вышли. Вот сосонку купили. Вот такую декоративную. Тут на склоне ее посадим. Она невысокая. Она такая ее формируется потом. Красавица будет, да? Вот такая. Длиннолистая, видишь? Ага. Тоненькая. Главное, чтобы прижилась. Ну, думаю, приживется, если она в вазоне растет, мы же землю не будем трогать. Вот. Тут был старый пенек разваленный, вот я, трухлый. Опа, о, видите, какая земля, невозможно. Вот, убрал я его отсюда. И где-то тут сейчас Вита определится, где оно красивее будет по ландшафту. Или туда чуть на край, или сюда поближе, где-то сюда, здесь, наверное, наверное, да. Потому что там будем ступеньки, а здесь обрезать это все, вот. Красиво будет перед домом. Да, и она же невысокая, я же говорю, сформируется. Вот. И вот здесь мы тут еще купили несколько саженцев. Вот. Здесь шина была черная, лежала, там типа клумбочка была, убрал шину и вот посадили. Как этот саженец называется? Это миндаль какой-то. Ну, розовый. Декоративный, красивый на фотографии мы смотрели. Да, был красивый. Да. Это пион древовидный. Вот. Пион, а вот то. А жимолость. Вот. Не, да, та, что вьется, не та, что кушать, потому что есть жимолость ягодная. Ну, мы в прошлом году садили там, но ты все скосил. А, ну да, а я не заметил и подчистую. Все покосил красиво, все так это. А, еще же мы вчера или когда посадили, вот. А вот это что? Это форзиция. Как? Форзиция. С желтыми цветочками ранними. Форзиция. Форзиция. Я не знаю этих названий. Буду видеть, как оно будет цвести. Ну вот так, сейчас посадим сосонку, покажу. Потом вот. Это крокусы будет перенести, потому что здесь будем убирать это. Ну да, вот, красота у нас какая. Ну а я сегодня полураспустился. Недавно дождь закончился, то они вон уже по чуть-чуть. А вот эти уже подцветали, да, наверное, да? Аккуратно, потому что позади тебя. Вот. А вот тут другого цвета какой-то вылез. Но он и сегодня спит. Тоже красавец такой. Там еще подснежники нам принесли. Вот, подснежники посадим. С луковичками. Это не в лесу, нет. Это дома. У домашний, людей на огороде, да. Есть, да. Вот, так что мы себе посадим, у нас тоже будут подснежники. И у нас эти тоже синенькие, как они называются? Ну, пролески, пролески. Я не знаю, как по-русски. По-украински пролески, да? Ну, да. Ну, на них говорят тоже подснежники, но это нет, не подснежники. Нет, ну, подснежники белые. Вот. Это все ранние цветы. А вот это по форме и цвету похоже на сон-траву. Ну, но только сон-трава, они волохатые такие цветочки, да. Все, пушистые. И уже фиалки расцвели, вот, пожалуйста. А, уже поднялись, малюсенькие. Вот, лесные фиалочки. Уже полным ходом весна. Ну так. Они красивые такие, фиолетовые. Этот очень красивый, надо его пересадить, потому что мы его здесь затопчем. Ну так, конечно, его сюда никто не садил, он сам тут вырос. Нет, что-то насаживали, ну, когда скважина делалась, мы же убирали землю сюда, и здесь была маленькая клумбочка. Да, а земля вся пошла сюда, они тут яму большую копали. Я некоторые кустарники пересадила и цветы туда. А некоторые, которые спрятались это летом, они же в землю уходят. Их поднялись. Не было, да, видно. И теперь они вот поднимаются, красавцы какие. Так, для дренаж керамзит есть, хватит? Ну, еще где-то есть. Нет, вот, хватит. И песка. Надо. Сейчас, да. Я принесу. Надо смешать землю. Ведро песка. А здесь хорошее будет, лучше, потому что здесь пенек был, и здесь немножко. Хорошо пролить надо будет, и все. Ну все, размечай, где я пошел, я за песком. А, в эту же? Вот туда? Сюда? Где-то вот так, потому что здесь же будем... Ну да, близко туда тоже не хочется, ему же, если она чуть-чуть вырастет. Где-то здесь вот.
вот оно. Здесь склон мы укрепим, облагородим же, само собой. И аккуратно. И вот здесь будет красивая тогда сосна. На повороте. Угу. Ну, отлично. Потому что виноград, ну, некрасиво был виноград, мы убрали виноград. И виноград, чего не нравится, ягоды падают. Оно гниет, мошкара вот эта вся возле дома. Мы хотели такие плодово-ягодные растения, деревья вынести туда. Вон там есть ряд винограда, надо только натянуть эти шпалеры, да, называется. Вот, поднять его. И вот там вроде вкусный виноград. Ну, тут тоже был неплохой, но он, я же говорю, ну, почему... Такой, он с этими... С галушками, да? Ну, Лидия просто... Это надо покупать какие-то сорта хорошие, культурные. Вон там наша Китя возле подснежников. Сейчас их тоже посадим. Она выискивает. Мыша. Она за скворцами охотится уже и за рыбой. Да, скворцы опять, наверное, у нас там будут в гнезде, в дупле. Надо будет оградить, поставить такой этот, типа зонтик, чтобы она не могла туда лезть, а то она туда лазила уже. Кошку уловить, дождь начинается, давай закачиваем вот так. Репортаж. Красненькая. Прокомментирую. Землекопа полтора. Ну, задачка такая была, да, помнишь, да, с мультика? Мультик, да, я знаю. Сколько надо землекопов? Полтора. Полтора землекопа. Вот те корни убери. Вытяни их. Угу. Полтора землекопа. Это был старый мультик. Сейчас его, может, и никто и не видел. Хорошо, да, почву надо взрыхлить, чтобы корни потом свободно пошли. Да глубже нет, она у нас маленькая. Ну, маленькая, но все равно взрыхлить, вот чтобы, выбрасывать, да. Нет? Нет, не выбрасывай. Мы сейчас песочка добавим. Ну, дальше уже твоя работа. На. Почему моя? Ну, мешать, перемешивать. С песком. Нет, не все. Да весь, наверное, высыпай. Весь. Разве будет вот так, сколько его тут? Угу. Все, теперь немножко присыпай. Да. Вот, все. Давай. Да. Сосну. И вот теперь надо отсюда... А, вот так. Поздавливать, да, чуть-чуть. Да, да. На, подержи. Да. Я достану. О, видишь, он отходит. Красота. Равняй. Аккуратно. Не хотелось бы, чтобы ком уходил. Ну, чтобы здесь со своей землей. Все. Может, пролить надо? А потом уже... Сейчас? Да. Ну, давай, и потом сверху досыпем. Аккуратно, только по чуть-чуть лей. Утекает. Ничего, что-то останется. Убегает. Надо в два захода, как мы там садили. Надо, ну, да, чтобы вода ушла, сейчас потом еще уйдет. Присыпем. Ну, под корень не лей, под самый. Ну все, пускай вода уйдет, потом присыпем. Ну, пускай водичка устоится, потом закроем. Все? Ага. Готово?
Да. Ну все. Еще подснежники сади. Ну, сейчас пойду посажу как раз подснежники. И что у нас здесь еще на клумбе, покажу. Вот, уже распускаются, чуть-чуть еще осталось. Это ранние нарциссы. Вот у меня, ну там фиалка насеялась, там пионы уже поднимаются, тюльпанчики, вот. Розы. Где-то там, не хочу на клумбу, мокро, вон там гиацинты поднялись. Еще покажу красивые ранние какие-то сорты. Я даже не знаю, как они называются. Очень похожи на ирисы. Вот. Смотрите. Дождик прошел, они уже немножко отходят. Но были очень красивые, ароматные такие, нежные, карамелью пахнут. А здесь розы. Ну все. А сейчас, сейчас будем... подсаживать подснежники. Здесь под деревом, скорее всего. А это... вот подснежники. Это ряст. Такой. Маленький. Все. Будем садить. Убирай сани отсюда и водички мне принеси. На. У нас сани зимой и летом. Ну да. Интересно, будет он здесь или нет? А чего же не будет? Должны. Они тоже, видишь, что такое землись. Просто они на следующий год могут не цвести, когда пересаживают. Возьми рукавицы. Поздно. Здесь что-то растет уже. Сюда дальше. Бачим. Ой, взломалась. Ну, цибулинка залишилась. Просто еще одна. Прошлым... сюда можно. Будем надеяться, что они здесь приживутся. Ну, немножко посадили, что можно было. На огороде особо ничего не поделаешь, если буквально часа три назад, как дождь закончился, болото такое, куда-то с травы сойдешь и сразу налипает, а то столько. И сейчас будем продолжать мастерскую тогда делать. Я уже вам не показывал. Вот, значит, все стены, как видим, я обшил уже гипсокартоном и уже начал шпатлевать. Вот, вот это стартовая шпатлевка. Вон тут, видите, тоже кусочек выломался. Надо будет зашпатлевать. Ну и там. И потом подсохнет. Пройдусь финишной уже широким шпателем. Я сейчас только щели закрываю. Проложил сеточку, видите. И заделываю вот так. Уже и просохло буквально. Можно уже даже и финиша ложить. Но у меня его нету, и хватит ли старта, не знаю. Ну, сегодня весь
Старт, думаю, выработаю, а дальше будет видно. Все, дальше вода эмульсионкой покрасится и будет. Это ж не дом для мастерской. Сойдет. Ну, главное, что уже зимой не замерзну. Да и летом не будет так жарко. Ну, окно открывается, если что, вентилятор можно будет. Ну, кондиционер никто ставить сюда не будет, это понятно. Ну, будет видно. Так что продолжим.